В мультимедийном зале областной детско-юношеской библиотеки состоялась встреча, посвященная памяти Михаила Григорьевича Аришеты. Началось мероприятие с возложения цветов к бюсту почетного гражданина города Мурманска, краеведа и поисковика, который установлен на аллее писателей. Лена Громадчикова о неординарной личности Аришеты. Писатель, краевед, поисковик, общественный деятель. Михаил Григорьевич Аришета был человеком, широко известным в Заполярье. Он и погиб как настоящий патриот во время похода на партизанский остров. Его сердце остановилось 8 февраля 2021 года. Я был в его команде так с 2017 года. И вот до конца дней сотрудничал, чем мог, помогал. Вместе вели поисковые работы, архивные работы. Во всяких мероприятиях участвовали, в патриотических, в спортивных и так далее. Так, чем он запомнился? Был отличный друг, отличный наставник, всегда был о чем поговорить. Только очень хорошего воспоминания. Он был на самом деле очень, знаете, такой вот, при всей той нагрузке, которую он тянул, огромной, всегда очень как бы нежно и с любовью относился к людям. Потрясающий рассказчик. Иногда даже чересчур, потому что родилось много мифов из его рассказов. Он запомнился с такими озорными хулиганскими глазами и добродушной улыбкой. Для детско-юношеской библиотеки Аришета особенный человек. Его бюст стоит на аллее писателей у входа в учреждение. Кроме этого, Михаил Григорьевич был хорошим другом Валентины Павловны Махаевой, которая более 40 лет возглавляла библиотеку. Конечно, на наших мероприятиях мы и о книгах его говорим, и о его творчестве, и о его жизни, безусловно, тоже. Но вот такое вот крупное масштабное мероприятие, оно у нас вот первое такое большое. Очень приятно, что полон зал людей. И это, конечно, говорит о любви к Михаилу Григорьевичу. Когда мы открывали бюст в майские праздники, было тоже очень много людей, и мы тоже собирались на этом же этаже и вспоминали Михаила Григорьевича. И я надеюсь, что вот такие встречи, они станут, конечно, доброй традицией. Экспедиции к местам боев, сбор информации о погибших красноармейцах по крупицам, восстановление военных памятников. Михаил Григорьевич был одним из тех, кто не смущался тяжелой полевой работы. Многие новые мемориалы появились в том числе по его инициативе. В частности, вот в увековечной памяти военно-полярной дивизии он настаивал на то, что надо чтить наших героев не только праздничные дни, и не только в городе Герой Мурманске, надо на боевых позициях, и необходимо пройти боевой путь нашей полярной дивизии. Сейчас власти города ведут работу над тем, чтобы одной из библиотек присвоить имя Михаила Григорьевича Аришеты.